Привет всем, дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я буду делать распаковку аромата от марки Yves Saint Laurent. Называется этот аромат Black Opium Nuit Blanche. Этот аромат вышел в 2016 году. Мне моя подруга подарила этот аромат. И с удовольствием сейчас буду вместе с вами распаковывать вот эту красивую подарочную упаковочку. И давайте начнем. Нот этого аромата я не знаю, поэтому сделаю мой такой личный отзыв. Скажу вам, что я ощущаю. Вот так вот упаковывают в магазине Пинали. Красота. Флакон у меня в большом объеме, 90 миллилитров. Думаю, всем видно. Вот как выглядит сама упаковка. Как всегда, демонстрирую мои упаковки. Еще в запечатанном виде. Здесь ничего нет. Здесь у нас номер. Если вам интересно, смотрите, высматривайте номер. Естественно, здесь ничего нет. Так как я только что сделала маникюр, чтобы не испортить мой маникюр, я всегда использую мой заветный инструмент для распаковки слюды. Ну, в общем, вот так вот здесь. Слюда свеженькая. И будем сейчас мы смотреть. Ой, упаковка действительно очень красивая. Здесь вот эти инициалы марки Yves Saint Laurent прямо так красиво переливаются, очень красиво. Красивая упаковка, ничего не могу сказать. Приятно даже вот так брать в руки вот эту упаковку. Как всегда у меня проблемы. Так, вот как здесь. И какой флакон, какой флакон, какая красота. Очень красивый. Вообще он не очень шершавый, так как здесь наклеены вот эти блестки. Такой приятный на ощупь. Вот, прозрачный, видите, можете видеть мои пальцы. Мой лак. А красота какая, ну прям слов нет. Флакончик красивый, красивый флакончик и в маленьких объемах. Вот. Здесь нет заглушки. Это что, здесь снимается, что ли? Ой, прям здесь меня. Ой, я что-то не пойму, как он открывается. Вот тут-то и... Это крутится, прокручивается вот эта крышка. Я думаю, что она снимается.
Знаете, не знаю, как открыть аромат. Ну, инструкции здесь нет. Вот. Инструкции здесь нет. Как открыть аромат? Помучилась я немножко с этим колпачком. Сложновато было мне открыть. Видимо, в больших объемах колпачок снимается, в маленьких нет. Ну, в общем, вот такой вот колпачок. И давайте протестируем на моей руке этот аромат. Один, два, вышел, и три полный. Ой, как красиво! Красота. Очень красивый аромат. Он какой-то сливочный. Здесь есть рис. Красота невероятная. Слышу я нотки какао. Более насыщенные здесь нотки какао, чем в классическом аромате, который называется Black Opium. Вот нотка какао, вот то, что я искала, то, что я хотела. И я не нашла этого в классическом Black Opium. Хорошо, что выпустили вот эту новинку. Мне и флакончик больше нравится, чем классический Black Opium. Намного красивее, мне так кажется. Более такой яркий, праздничный, как игрушка. Ну, вот такая вуаль, и прям такая красивая вуаль. Я тестила этот аромат. И вы знаете, база у меня такая красивая, сливочная, что словами я передать вам не могу. Такое ощущение, как будто я пью кофе со сливками. А в аромате Black Opium у меня база была очень противная на моей коже, поэтому я не покупала Black Opium. Все в восторге от классического Black Opium, но я, к сожалению, не могу говорить, что я в восторге. Аромат красивый, но мне нравится только начало классического Black Opium, а база мне совершенно не нравится. Там какой-то лакричник вылазит и начинает раздражать, и мне это не нравится. Здесь все нотки красиво, гармонично. Реально сижу, снимаю для вас видео, а сама в восторге от данного аромата, и я счастлива, что у меня есть. Буду пользоваться с удовольствием, потому что мне этот аромат действительно пришел по душе. База на мне сливочная, какие-то ванильные сливки, кофе со сливками. Сейчас кофе, еще слышу кофе. И рис я отчетливо слышу. Мы с подругой решили пойти в магазин Пенали. Ей надо было забрать крем для лица, а я тем временем решила послушать новинки. В общем, нанесла я вот этот аромат на мою руку и с консультантом пошли еще пробовать новый аромат от марки Serge Lutens. И моя подруга Ливия рассчиталась за крем и решила присоединиться ко мне. В общем, она подошла ко мне и говорит: чем ты надушилась, такой шлейф красивый. Говорю: вот этим ароматом. Она меня спрашивает: тебе нравится? Я говорю: да. Ну все, берем. Я говорю: не надо брать. Я говорю: хватит этих ароматов, мы уже полмагазина скупили в период праздников, рождественских праздников. В общем, она говорит: нет, тебе нравится, и я тебе куплю, я тебе подарю, пусть будет. В общем, она мне купила вот этот аромат, подарила мне, я признательна ей, мне очень понравился этот аромат, действительно понравился. И сейчас хочу обратить ваше внимание на руку. Здесь нет такого сильного блеска, но слегка есть, и есть маленький процент
масел, но есть. В общем, все. На этом я буду заканчивать мое видео. Я надеюсь, что видео вам понравилось. То есть понравился вам мой отзыв про этот аромат. Может быть, я кому-то буду и полезна или нет. Но все-таки благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. До скорой встречи. С вами была Татьяна. Я вас всех целую. Пока-пока. Идите и слушайте вот этот аромат. Пока.